Привет, это Мос Али. Сегодня работаем с УАЗом Патриот. Делаем шумоизоляцию багажника и 4-5 дверей. Так выглядит у нас штатная шумка. Такими вот кусками. С пузырями. Местами вот с такими дырами. Сейчас все это будем заклеивать, исправлять. Двери у нас тоже почти что пустые. Сейчас все обезжирим и приступим к поклейке. Вот мы и проклеили первый слой. Виброизоляция. Все тщательно прокатано, крышка тоже, двери. Также приступили к отклейке дверей следующим слоем. Продолжим работу. Вот и обклеили мы Патриот. Багажник готов полностью. Также обклеены двери. Приступим к сборке. Закончили работу с Патриотом. Все собрано. Автомобиль готов отправляться в путь. Никаких зазоров не появляется, скрипов тоже. Все собрано так же, как с завода. Спасибо, что смотрели. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Пока.